Для сушки и прокалки литейных форм огнеупорных моделей используется электрическая сушильная печь ЭПС 2.0 с максимальной температурой нагрева 300 градусов Цельсия. Этого вполне достаточно для выплавки воска и удаления влаги из опок просушки огнеупорных моделей. Сушильная камера со встроенными тенами изготовлена из нержавеющего сплава. Также предусмотрен выдвижной поддон для сбора выплавленного воска.